Прага отказалась от новогоднего фейерверка. Вместо воздушного шоу в этом году праздничную чешскую столицу раскрасит видеомаппинг, лазерная проекция. Холстом для нового представления было выбрано крупнейшее историческое здание Чехии – Национальный музей. Городоначальники посчитали такую инициативу современной, экологи – полезной, а вот простые чехи – скучной. Для кого же новогодняя ночь в Чехии может пройти по совсем незапланированному сценарию? Материал нашего корреспондента Надежды Дрейк. О замене классического новогоднего фейерверка на видеомаппинг в Праге заговорили еще в августе. Мэрия провела конкурс среди дизайнеров на проведение лучшего праздничного шоу. Как позже объяснило руководство столицы, салют наносит большой вред живой природе, в то время как 3D-представление остается не только экологически чистым, но и безопасным. Долгие годы салют в новогоднюю ночь был традицией и достопримечательностью Праги, собиравшей десятки тысяч зрителей и туристов на праздничных улицах столицы. В среднем на воздушную феерию власти тратили 75 тысяч долларов. Отказ от салютов повышает ставки. Организация видеомаппинга обойдется мэрии почти в 90 тысяч долларов. Однако власти уверяют, эти траты обоснованы. Я думаю, что это очень экологично. Я думаю, что это очень полезно для города. Я думаю, что это полезно как минимум для домашних животных, таких как собаки, кошки. Далее это полезно для каких-то диких животных, которые тоже начинают, наверное, метаться, выбегать на дороги. Возможно, это как-то на них влияет. Ну и в целом это испарение. Дизайнеры планируют сделать дебютное пражское лазерное шоу одним из самых ярких и зрелищных в Европе. Для этого проекцию разобьют на 7 картин, соединяющихся в одно большое полотно. С интервалом в 1 час на стенах Национального музея представление повторят 3. Первое начнется в 18:15, последнее сразу после новогодних 12 часов. Однако не всем чехам такая новинка кажется подходящей. Сотни жителей столицы еще в начале декабря начали сбор подписей за возврат к салютному формату. Было бы хорошо, чтобы Прага была представлена и салютом, и лазерным шоу. Салют во всем мире – традиционный атрибут праздника. Как от него можно отказываться? Многие считают, что ради 10 минут залпа в новогоднюю ночь можно потерпеть и шум. В итоге власти Праги пошли на некоторые уступки. Желающим увидеть салют разрешат его провести самостоятельно, но под контролем полиции. Активисты уже собрали необходимую сумму для запуска фейерверка. Шоу под названием «Прага божественная» посвятят усопшим в 2019 году. Организаторы уточнили, что удобнее всего смотреть фейерверк будет с площадки перед Конгресс-центром. Это место по согласованию сторон считается оптимальным, так как находится далеко от спальных районов Праги. Надежда Дрейгл, Дмитрий Лукша, Вадим Чех, Хабар, Прага, Чехия.